Две универсальные рыболовные насадки, которые обожает вся речная и озерная рыба. Карась, лещ, плотва, густера обязательно придет и порадует вас поклевкой. Одна подходит для ловли на поплавок, вторая показывает шикарные результаты при ловле на фидер или донку. Давайте проверим, какая насадка покажет лучший результат на наших карасях. Приготовим и потестируем. Одна сало с чесноком надел я на импровизированный крючок, а вторая у нас тесто с добавлением вот этих жареных семечек. Как я приготовил тесто, просто замешал на воде, а потом туда добавил пару капель вот этих вот жареных семечек, вот этого, как это, ароматического комплекса. Вот, все это дело размял, понюхал, запах семечек жареных пошел, значит достаточно. Пойдем к нашим карасям, проверим, что им больше нравится. Ну а потом подведем итоги и расскажу планы на будущее. Досмотрите это видео до конца, будет интересно. Итак, друзья мои, хоть у нас сейчас опять гроза, давление скачет, караси пассивные, но все-таки они выбрали тесто с добавлением аромы вот этих жареных семечек. Я как бы в принципе догадывался, что такой результат будет, потому что уж больно очень много опытных рыбаков мне писало, что жареные семечки шикарно работают по карасю. Плюс мы выезжали на рыбалку недавно и, как я уже говорил, жареные семечки показали себя с лучшей стороны. Подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки, кому понравилось видео. И до скорых встреч, они будут очень и очень скоро. Пока-пока.